для себя, что утром нельзя спешить. Я всю жизнь утром спешишь, там куда-то опаздываешь, там в школу, в институт, на работу. Большое преимущество владения собственным бизнесом и собственным делом, что у тебя нет начальников, а ты можешь свой день рабочий начинать тогда, когда тебе хочется его начинать. А с утра спешить нельзя. Служение муз не терпит суеты. Прекрасное должно быть величаво. Кайфовать – мой единственный приоритет. Я полнейший гедонист. Сложно жить в кайф, когда у тебя есть начальство. Тогда ты живешь так, чтобы в кайф было начальство, а не тебе. Каждый выбирает по себе. Я выбирал то, что нравилось мне. Вот в свое время захотелось открыть свой бар. Так началась история ресторанного бизнеса с открытия нашего первого бара. И я так вот с головой получилось погрузился в ресторанный бизнес с той поры. Так оттуда вылезти пока я не могу, и вроде бы пока все отвечает нашим, как там говорил, принципам, да, жизни. Успех, если его рассматривать как жизненный успех, это, конечно, не только бизнес и не столько бизнес. Бизнес – это лишь кусочек, да, того, что в моем понимании есть слово «успех». И когда люди во имя успеха в бизнесе кладут на плаху там все остальное или многое, да, из того, что в их жизни происходит, для меня это успех очень сомнительный. Да, поэтому я в какой-то момент вот, больше занимаюсь поиском такого гармонического человеческого состояния. Да. Если я сегодня прокайфовал, значит, сегодня день отличный. Развитие, начиная с детских лет, оно в нашей стране особенно идет вопреки. Да? То есть тебя с детства учат делать то, что тебе не хочется. Ты достаточно долго живешь с позицией «должен». Да? Ты должен найти работу, ты должен там то, сё, пятое, десятое. И когда достаточно долго живешь с позицией «должен», достаточно сложно переключиться на позицию «хочу». Что такое трудности, да? Я как бы в этом плане фаталист. Ну, то есть некий там флоу, да, поток. Ты вот живешь в этом потоке. Я не делю это на трудности и нетрудности. То есть это просто некий там процесс. Если ты устал этим заниматься, ты перестаешь этим заниматься. Да могу и на диване лежать, могу там с друзьями встречаться. Вот вчера вечером в футбол ходил играть с ребятами. Зимой на 3 недели уезжаю в Азию. Да что голос бредет, то и делаю. Группа компании «Хурма» – это сейчас разноплановый бизнес. Да? Это и ресторанная сеть, это и ивент в городе Сочи, это рекрутинговое агентство. Это агентство путешествий, это продакшн, это там профессиональный ресторанный альянс, он там чуть отдельно, да, это не вне группы компании «Хурма», но тем не менее. Никакой жизни и дома нет. У меня дом вообще, я к нему отношусь как к номеру в отеле. То есть ты вот встал там, да, оделся и ушел, нечего в нем делать. Вечером пришел, лег спать, все. Есть там специальная девушка прекрасная, которая следит за порядком, за всеми делами, чтобы я все время приходил вечером, как в хороший гостиничный номер, все везде чистенько, порядок, все аккуратненько. Я, Дмитрий Левицкий, приглашаю вас на бизнес-форум «Атланты» в Крокус Сити Холл 26-27 сентября. Приходите!